Да, уважаемые коллеги, добрый день. Ну, как вы могли обратить внимание, начало, ну, собственно, заголовок презентации несколько отличается от того, что заявлено в плане. Наверное, ну, у нас была рекомендация строить наши доклады так, чтобы они были перевернутыми. По большей части, чтобы мы задавали вопросы, и чтобы экспертное сообщество и наши слушатели могли на эти вопросы попробовать ответить. Я, конечно, выступаю на этой конференции в качестве эксперта, но, понимаете, на конференции, посвященной искусственному интеллекту, вряд ли можно... Да, я не знаю, насколько действительно можно считать экспертом гуманитария, преподавателя словесника. Вот, я, конечно, являюсь разработчиком программы, но, тем не менее, я не специалист в области искусственного интеллекта, предупреждаю сразу. Но, тем не менее, и вот, наверное, вот это вот основной вопрос, к которому сводится мой доклад, и все остальное это будет... свод из нескольких связанных с ним вопросов, и я постараюсь их озвучить и постараюсь, чтобы это было логично. Но для того, чтобы задать своему докладу некоторый контекст, я, наверное, прям нырну обратно на несколько веков назад и, ну, прям действительно на несколько веков, в ту самую пору, когда одна картина мира в сознании человека, принадлежащего к европейской цивилизации, менялась с другой картиной мира. Потому что когда-то было средневековье, и люди думали в этом средневековье, ну, то есть обладали определенной картиной мира, которая характеризовалась там такими параметрами, как теоцентричность, да, и особое отношение к человеку, особое ценностное отношение к человеку, это была очень своеобразная модель отношений между людьми. А потом вдруг происходит ряд изменений, растут европейские города, растет класс людей, которые обладают достатком, которые обладают определенным свободным временем, могут это свободное время уделить собственному образованию, искусству. В это время рождается как раз очень мощная европейская меценатская традиция, например, нам это хорошо известно. И со временем происходит очень серьезный культурный переворот, формируется фактически новая парадигма отношений между людьми. Та самая парадигма, которую мы сейчас называем идеологией гуманизма, и которая как раз и характеризовала закрепление новой фактически модели отношений между людьми и новой, ну она стала новой ценностной парадигмой, она зафиксировала изменившуюся навсегда картину мира, антропоцентричную, ту самую картину мира, в которой человек это центр всего и так далее и тому подобное, ну мера всех вещей, ценностная мера вещей. И то, что мы можем наблюдать сейчас, вполне вероятно, это, ну, это такой процесс, который длится уже какое-то время, и кажется, мир тоже меняется. А вот какая-то ценностная парадигма, которая была бы озвучена и которая нас бы объединяла в поиске концептуально важных вопросов в образовании, в экономике, в искусстве, она почему-то не звучит. Я не знаю, ну, на мой скромный взгляд. Может быть, она звучит, и может быть, уже все давно названо, и вы мне об этом скажете и тыкните меня носом, и я скажу, окей, хорошо, теперь я знаю. Вот. Но пока я не знаю, вот что это за новая идейная ценностная парадигма, которая нас должна объединять, допустим, в поиске ответов на вопросы, связанные с человеческим образованием. К примеру, Беньямин пишет уже порядка века назад эссе «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости». И становится ясно, что с появлением фотографии место произведения искусства в голове человека буквально оно навсегда изменилось, потому что Джоконда уже не одна, а их может быть там много, условно говоря. Я сейчас очень сильно упрощаю. А сейчас мы оказались в совершенно новой ситуации, когда это уже не произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости, а это произведение искусства в эпоху его потенциальной создаваемости и создаваемости не человеком. И что при этом происходит в голове детей, какая картина мира формируется у них, как они смотрят на самих себя во взаимодействии с тем же искусственным интеллектом и инструментами, которые он предлагает, это на самом деле большой вопрос. Вот искусственный интеллект в школе. 2018 год. Китай запускает достаточно большую программу. Пишется огроменная линейка учебников из 10 томов. Это целая программа искусственный интеллект, которую изучают китайские школьники.
Результаты этой программы мне на данный момент пока еще неизвестны, но это прям огромная-огромная федеральная программа, как мы бы сейчас сказали. 2020 год, примерно то же самое происходит в России. Запускается федеральная программа по изучению, значит, искусственного интеллекта в школе, результатом которой к 2024 году, как мы с вами знаем, должна стать ситуация, когда практически половина российских школьников должны изучать искусственный интеллект в школе. Вот. Каким образом это должно происходить, там не совсем понятно, но тем не менее, вот как бы факт. Да? Я не буду сопутствующие вопросы затрагивать там по поводу уровня цифровизации российской школы. Тут, конечно, очень много можно было бы по этому поводу сказать, но тем не менее, да. И вот вопрос: а зачем, собственно, мы это все делаем? Это такая дань моде. Ну, то есть, вот мы услышали, да, то есть кто-то где-то что-то делает. А, и давайте мы это тоже сделаем. Мы это будем делать, потому что все делают. То есть все это делают, значит, надо успеть. То есть все куда-то бегут, все что-то покупают. Мы пока не знаем, что они покупают, но мы в эту очередь тоже побежим, чтобы занять какое-то место. Да? То есть это вот такая ситуация или нет? Или там что-то другое за этим может стоять? Да? А каково вообще целеполагание? То есть мы представляем, ради чего мы все эти вещи вообще делаем? Да? То есть что там должно быть? Хорошо, следующий ряд вопросов, да, искусственный интеллект в школе. Вот противник, помощник или предмет изучения? Картинка, я так понимаю, мы на конференции, посвященной искусственному интеллекту, да, и все, наверное, уже примерно догадались, что, ну, это как бы картинка, она, ну, понятно, да? То есть мы можем сказать, конечно, что это такой натюрморт раннего Сезанна, вот. Хотя, на самом деле, я когда зашел в Кандинский 2.1, я хотел получить натюрморт в стиле Ренуара, но он мне выдал вот раннего Сезанна. Но понимаете, в чем штука? Он действительно выглядит как ранний Сезанн. То есть можно вполне себе там вот посмотреть, как выглядит ранний Сезанн. Другое дело, что тональность несколько тут темнее, но это уже ладно, это как бы не суть. Но вот приходит школьник к преподавателю в школе, вот показывает. Вот начинается какое-то взаимодействие между школьником и учителем вокруг вот этого вот. Что при этом происходит со смысловой, сущностной точки зрения? Что они обсуждают? Какой новый субъект при этом оказывается в образовании? Вот что это за новый субъект, который, кстати говоря, субъектностью не обладает, как уже было сказано до этого? Это же парадоксальная ситуация, да? Но она, тем не менее, ситуация. Это новый субъект, который оказался в образовании, вокруг которого разворачивается некое действие, и он активно участвует сейчас во всем этом. У кого есть знакомые преподаватели русского языка и литературы, вы можете полюбопытствовать, примерно как, ну то есть, как они сами оценивают, какой процент школьных контрольных сочинений они читают, и там, ну понятно, что это, ну вот GPT много раз уже упоминаемый сегодня, что это вот этот вот замечательный товарищ им писал. Ну, то есть, выглядит это все совершенно потрясающе. У меня вот коллеги рассказывают удивительные истории. Мы радостно смеемся, конечно, над этими историями, как студент там сдал работу, и ежу понятно, что, как бы, ну, понимаете, герой из одного литературного произведения вдруг оказывается внезапно в другом, и мы так хихикаем над всем этим и говорим, ага, хватит пользоваться GPT. Ну, как бы, что это за ситуация такая? Вот с сущностной точки зрения мы где оказались? И что это такое? Это ситуация противника? То есть этот субъект — это противник? Или он может быть нашим помощником? Или он может что-то помогать нам делать? Что он может помогать нам делать? Извините, пожалуйста, и где тут дети вот в этой схеме? Или они просто объекты, о которых мы вот так вот размышляем, но мы для них при этом ничего не думаем? Дети в этой схеме где? Каким образом это можно для детей использовать? И так, чтобы это еще и было... Мы-то, понимаете, судим еще с точки зрения человека эпохи Возрождения, который вот пока еще вот по-старому думает, да? А эти дети начинают воспринимать уже несколько иначе, как вот я в начале доклада говорил. А мы для них пишем программы. А нам как для них писать программы, если они лет через 5, 10, 15... начнут осуществлять свою рабочую, там, трудовую, экономическую, юридическую деятельность, вообще думая иначе, в другой совершенно ценностной парадигме. Или искусственный интеллект действительно должен стать предметом изучения, но предметом изучения в каком смысле? То есть что, нам вводить курсы, искусственный интеллект, которые будут запараллелены там, с курсами информатики в школе?
Ну, массовая школа к этому, очевидно, будет не готова. То есть мы вот с коллегами, конечно, в профильных классах там ведем курсы программирования. Ну, понятно, это профильные классы, в которые мотивированные ребята приходят, да? А массовой школе при этом что делать? Каким образом массовой школе необходимо поступить, программно поступить для того, чтобы сделать вот грамотное вот это вот, вот включение нового субъекта фактически, да, в учебную деятельность? Ну, окей, хорошо. Исследование, если шире посмотреть, ведь искусственный интеллект — это, ну, это одна из сущностей, которые вообще входят в достаточно широкое поле исследований интеллекта как такового. Есть, в конце концов, такая вещь, как когнитивная наука. Я чуть вот, я дальше сейчас шагну, еще об этом скажу, да. Но это ведь, если мы вот так поставим вопрос, если это вообще исследование интеллекта в школе, в профильных классах или в старших классах, там, на факультативной основе, еще как-нибудь, вот это включение когнитивной науки в школе, да. То есть человеческий разум как предмет знания в старших классах и искусственный интеллект как рядом стоящая какая-то дисциплинарная область. Может быть, нам так поставить вопрос? В таком случае у нас возникает проблема содержания. Потому что когнитивные науки как таковые, это вообще, вообще-то очень сложная область. Это не одна какая-то наука. Это достаточно сложная междисциплинарная область, которая затрагивает множество областей человеческого знания. И нельзя ожидать, что каждый старшеклассник — это такой человек, который способен сходу с лету включиться в эту междисциплинарную область, да еще и начать судить о ней как-то, ну, не профессионально, но предпрофессионально. Все-таки для этого нужна и мотивация, и подготовка. Нам что делать? Вот она, проблема содержания. Каким образом нам подступаться тогда к этой проблеме, если мы пробуем включить эту проблему в образовательный процесс через изучение когнитивных наук, да? Ну, вот я могу привести пример, связанный с тем, что, собственно, я делаю в школе. Это гуманитарные классы лаборатории непрерывного математического образования. Я в ЛНМО руковожу этими гуманитарными классами. Я создал эту программу, и мы ее делаем вместе с коллегами из Института когнитивных исследований, с кафедры клинической психологии Герцена, с филфака СПбГУ. Это фактически четырехлетняя программа подготовки гуманитарные исследования и когнитивистика, в которой мы, например, сосредоточились, ну, сосредоточились на двух предметных областях. Это лингвистика с одной стороны, с другой стороны психология. И мы постепенно школьника подводим к изучению отдельных глав психолингвистики, отдельных глав когнитивной психологии, так чтобы и четвертым профильным предметом здесь становится отдельно информатика и программирование, с тем, чтобы вот в старших классах ребенок мог уже через отдельные области, через вот эти вот две области подходить осознанно, например, к работе с нейросетями. Вот выпускники этого года, в этом году у нас первый как раз выпуск гуманитарных классов лаборатории, вот выпускники этого года уже там программировали свои первые нейросеточки, но мы старались сделать это так, чтобы это было для них осознанно на понятном осознанном материале, потому что если бы мы туда запихнули еще, прости господи, психофизиологию, нейробиологию, вообще все на свете, что с когнитивистикой и искусственным интеллектом связано, то это была бы такая петрушка, за которую я бы не стал отвечать, потому что это была бы просто профанация. Да? То есть это точечное решение, оно должно еще подвергаться критической оценке, и в данном случае вот мы в этом году завершим еще написание программы, я специально буду добиваться там экспертной оценки, там еще ряда организаций, потому что это точечное решение, оно далеко не единственное решение того, что можно делать со старшеклассниками. Да, и, кстати говоря, я прошу прощения, отдельно гордость. Это просто постер нашего 11-классника, исследовательский пример исследовательской работы, которую пишут наши ребята, вот там имплицитное научение на основе аудиальной искусственной грамматики. Ну, это вот пример того, чем могут наши ребята у нас заниматься в рамках той же когнитивной психологии, например. Андрей, очень интересно, но я завершаю. Можно вот сейчас взять, сфоткать буквально. Это буквально дисциплина доп. Образования, через которую мы работаем, через которую мы формируем профиль. И я к последнему слайду перехожу. Вот возвращаюсь к этим всем же вопросам. Да, это вот был пример. И тем не менее, вопросы все те же. Чего мы хотим от детей и, собственно, чего мы хотим для детей буквально? Им носит ли наше целеполагание стратегический характер?
ориентируемся мы все-таки на прикладные какие-то задачи и ориентируем школьников на прикладные задачи, да, то есть мы, например, написали, не знаю, там какую-нибудь очередную стратегическую, прости господи, концепцию технологического развития России и просто растим новых инженеров, да, ну и вот, пожалуйста, прикладная задача. Или мы ориентируемся на фундаментальную науку и растим новых исследователей. Тогда это совершенно другая задача, с совершенно другими программными вводными, да, и, ну, как бы, no comments, да. Есть ли у нас какие-то сверхзадачи? То есть мы думаем стратегически наперед, мы пытаемся каким-то образом спрогнозировать, а что будет дальше, и подготовить к этому детей или нет. Ну и в конце концов, готова ли общеобразовательная школа к таким задачам? Вот, да, спасибо. Отлично, спасибо. Я чувствую, будет длинное обсуждение. Я для затравки хотел бы свой вопрос задать. Я уже не помню, к какому из ваших вопросов, но у меня возникла четкая ассоциация с замечательной карикатурой, где изображены две курицы, одна из которых указывает на павлина, который стоит рядом, и говорит: это фотошоп. Да? То есть смысл в том, что а не придем ли мы через полгода к ситуации, когда там студент приносит работу реально сделанную, и уже пуганный, перепуганный преподаватель или любая другая ситуация, да, приходишь там, что-то приносишь, ему говорят: это чат GPT, ты мне голову... То есть мы и так уже фейками запуганы, да? А кто теперь нам вообще... То есть вот это вот безверие, которое в нас развивается вообще к любой информации, которая к нам поступает, ведь чат... Искусственный интеллект может эти фейки теперь не создавать раз в день, да, а создавать, условно говоря, раз в секунду. И что нам с этим потоком делать? Но это проблема экспертной оценки, которую должен вообще грамотный преподаватель решать во взаимодействии непосредственно с учащимся. Тут можно много было бы ситуаций представить по этому поводу, но в конце концов, что мешает преподавателю позвать учащегося и непосредственно в коммуникации с ним начать проверять его уровень знаний? Да? Ну, как бы, это вопрос подготовки преподавателя, конечно, того, как он относится к информации и прочим. Когда преподаватель, а когда это на тебя льется потоком? Согласен, это беда. Да, у меня нет ответа, я не знаю. То есть поэтому я пришел с ворохом вопросов, сказал: я вообще дурачок, я ничего не знаю, давайте как бы отвечать. Я, ну, правда, тут как бы ситуативная вещь очень. Я начну с вопроса с онлайна. Вопрос звучит так: реальные школьники и искусственный интеллект, вообще кто-то проводил исследование и надо ли? А надо ли? Еще раз, да. Исследование по поводу? Реальные школьники и искусственный интеллект, запятая. Вообще кто-то проводил исследование, а надо ли? Нужен ли школьникам искусственный интеллект? Я, честно говоря, вот не знаю. Я не знаю, правда. Не знаю, я не готов ответить на этот вопрос. Я бы, честно говоря, посмотрел. Ну, смотрите, оно им точно надо. Оно точно уже вошло в жизнь школьников. Тут уже звучало неоднократно. Школьники не спросят. Они просто берут и делают. Я совершенно с этим согласен. Как бы. То, как это происходит, да, это стоит изучать. Я бы на такие данные посмотрел. Я бы на такую экспертную оценку посмотрел. Как сами школьники сейчас это воспринимают. Как они сами себя видят в этой новой системе отношений. Как они видят эти инструменты и как, может быть, по-новому они начинают воспринимать собственные продукты труда. Вот еще что интересно. То, что они сами делают, они как это воспринимают. Константин Костюк, я вот вашу постановку вопроса, спасибо за выступление, где много так вопросов поставлено. В общем, действительно сейчас запрос в связи с искусственным интеллектом на некую этическую рефлексию, что мы получим, границы и так далее. Вот вы сами сказали про расщепление этих ценностных миров. В общем, эту ситуацию уже нам озвучили вот постмодернисты, которых вы там вспоминали. В принципе, с послевоенного времени мы как-то уже привыкли, что мир расщепился, и как-то живем без вот этого целостного картины мира. И человек расщепился. Да, человек, и в общем, как объект уже просто. Да, в общем-то, существуем как-то нормально. Но сейчас действительно, мне кажется, другая ситуация. Возник некий этот субъект или квазисубъект, который вообще продуцирует фейки. И тут даже вот
специфика ситуации в том, что даже если этот вот чат перестает делать фейки, а как раз начинает истину говорить, то это будет супер фейк, если в этом истинном реферат как раз написано не учеником, а искусственным интеллектом. То есть ситуация сильно вообще ухудшается. Да? Проблема вторичной оценки, конечно, тоже, потому что это может быть продукт, который требует высокой оценки, а мы эту оценку еще не дали, но мы при этом дадим ее и дадим заниженную, да, конечно. Да. И вот, собственно, не повернет ли вообще нашу цивилизацию вот эта ситуация в какой-то совершенно неожиданный для нас поворот. Вот те же постмодернисты, они уже тогда обрисовали такое понятие симулякр, и наша культура как культура симулякров, то есть вот таких просто генерируемых каких-то образов самостоятельно, без онтологической основы. Вот сейчас на следующий порядок эта ситуация приходит, когда уже и истина может стать этим фейком. И вот я к чему говорю, не ожидает ли нас поворот? Мы уже вот знаем по нашей ситуации, что чтобы обрести идентичность, нужен образ врага, образ иного. Не осознаем ли мы себя в ситуации, когда вот мы окружены этими симулякрами, фейками, и вот искусственный интеллект заставит нас защищаться прежде всего тем, что мы как раз снова восстановим какую-то там нашу истинную антропологическую культуру и как-то вот рывок назад воспроизведем совершенно другую реальность в защиту от этого нового мира фейков, симулякров. Ну, если это вопрос ко мне, тут два, вернее, вопроса, да. Ну, первый, действительно, есть мнение, которое заключается в том, что сейчас наступило такое новое средневековье, только оно обесценивает человека не теоцентрически, да, не Бог в центре всего, а некоторые надличностные субъекты, они оперируют просто людьми как объектами, и все. И все с этим уже смирились, и все взаимодействуют в этой системе отношений, но этик внутри меня, он сопротивляется этой парадигме, честно говоря. Вот. А наступит ли после этого нового средневековья, не знаю, новое возрождение, когда люди объединятся, значит, в протесте против засилия искусственного интеллекта? Ну, поживем, увидим. Вот. Ну, я в продолжении. Я вижу здесь большую опасность, что искусственный интеллект может, я не знаю, как он при этом выступит как субъект или с чьей-то подачи, он может запросто нагенерировать тысячи текстов, которые будут разделять людей, вызывать их яростную ненависть друг к другу и послать эти письма по, условно говоря, тем людям, у которых они, собственно, эти чувства и вызывают. Или через нейроинтерфейс сразу мозг человека. Да. Нет, просто есть другая опасность. И вообще уничтожать не надо. Искусственный интеллект в этом отношении просто дико удобная штука. И может наступить большой общественный консенсус вокруг того, что искусственный интеллект предлагает дико удобные инструменты, и все всех устраивает. Потому что всем очень комфортно. Это как бы тоже большая опасность, да, конечно. Здравствуйте. Если говорить именно про... Привет. Что? Привет, говорю. Да. Если говорить именно про образование и искусственный интеллект, хотелось бы сказать про программирование и в образовании. То есть часто бывает, что... то есть вот если брать вот не специализированные какие-то классы вот для интересующихся людей, как вот про которые вы говорите, а просто вот массовую государственную школу, то, в общем-то, то, что там есть какое-то программирование, это, по сути, ни к чему не ведет. То есть люди не умеют программировать. Люди, но при этом люди в то же время... Извините. То есть есть сейчас вот юзеры, продвинутые юзеры, и, собственно, люди, которые могут что-то разрабатывать. И в искусственном интеллекте то же самое. То есть есть некоторые интерфейсы, через которые массовый юзер может взаимодействовать с искусственным интеллектом. Он при этом может вообще не понимать, как этот искусственный интеллект работает, но ему комфортно им пользоваться. И мне кажется, что, в принципе... Вполне возможно, что бесполезно пытаться что-то с этим делать, это все равно будет так, потому что это так с интернетом уже. Несмотря на то, что там 20 лет назад предсказывали, что люди будут пользоваться там информацией, собственно, да, короче, все скатится к тому, что есть, только в другом виде. Что? Потому что скатится к тому, что есть, но в другом виде. У меня есть ответы для вас, не поверите.
О, супер, прекрасно. Из массовой школы. Прекрасно. Министерство просвещения уже решило вопрос, как и чему учить детей в массовой школе. Все руководители авторских коллективов по информатике УМК уже получили указание включить новый учебник. Назвать это даже параграфом нельзя. Абзацы про искусственный интеллект в его историческом аспекте и модели искусственного нейрона. Точка. Теперь как бы ответ на вопрос, а что нам делать с искусственным интеллектом в школе? Вы знаете, как устроена система проверки орфографии? Вы ее сами программируете? Нет. А как повлияла система проверки орфографии, автоматизировавшая уже в любой текстовый редактор, на преподавание русского языка? Никак не повлияла. А теперь про... О, нам искусственный интеллект сейчас нагенерит Сезанна. Это в вашем представлении это фейк. А в представлении искусственного интеллекта и дизайнера, который будет использовать этого Сезанна для оформления сайта, заказанного третьей стороной, это просто присвоение результата инструмента для моих профессиональных обязанностей. И просто ремарка еще. А что-то я не помню, как это наличие интернета сумело нам разрушить систему написания рефератов. Насколько я знаю, во всех школах, вузах все еще пишут рефераты в том или ином их виде. Я к тому, что инерционность системы образования настолько велика, что темпы развития искусственного интеллекта никогда не будут увязываться с действительностью образования общего, высшего и так далее. Нам просто придется принять к сведению тот факт, что студенты, ученики, молодые профессионалы используют результаты труда искусственного интеллекта в своей деятельности. Коллеги, большое спасибо. Да, я с этим согласен, только небольшой ответ, да, в данном случае. Мне в данном случае интересно, как меняется именно ценностная ситуация с культурной точки зрения. Вот как она меняется в голове школьника? То, о чем вы говорите из конкретной практики школьной, до чего? Ну, я согласен, окей, хорошо. А нам с этим что делать? Ну, то есть мы такие сложили лапки и все, или что-то нет, или как-то нет. Вот я, собственно, про это. У меня ответов пока нет, я не знаю.